Дорогие друзья, 8 февраля мы отмечаем День российской науки, профессиональный праздник всех, кто занимается развитием приоритетных направлений, фундаментальных и прикладных исследований, наращиванием инновационного потенциала страны. Система медицинского образования в Российской Федерации доказывает свою эффективность уже на протяжении столетия. В период пандемии, благодаря использованию современных цифровых технологий, деятельность российских вузов не приостанавливалась, обеспечивая безопасные условия обучения для здоровья студентов и преподавателей. В этот сложный период медицинский работник стал поистине национальным героем и занял подобающее высокое место в обществе. Медицинская наука занимает особое место среди других отраслей науки. Этот тезис подтверждает и тот факт, что главным результатом 2020 года, стоящим особняком вне всяких рейтингов, следует назвать создание и клиническую апробацию в кратчайшие сроки вакцин от коронавируса. В Воронежском государственном медицинском университете имени Николая Ниловича Бурденко 2021 год объявлен годом науки и технологий. Причем основной акцент будет сделан на цифровизацию медицинского образования и создание инновационных диагностических методов с использованием IT-технологий. В этом направлении мы видим широкое поле для сотрудничества с воронежскими российскими вузами, научными организациями страны. Желаю нам новых научных достижений и плодотворной работы на благо нашей Родины.